Аэропорт Якутск вносит свой вклад в благоустройство столицы. Реконструирована улица Комарова. Много лет назад она была неприглядная и теперь приобрела новый вид. Сегодня завершен первый этап ремонта – асфальтирование. В дальнейшем дорожное покрытие появится и на территории бесплатной стоянки. Также перед зданием аэропорта планируют строительство сквера авиаторов. Отметим, что общая протяженность дорог Якутска составляет 482 километра. За последние 5 лет из них отремонтировали 56 улиц. Сегодня вот мы принимаем асфальтированную часть улицы Комарова. Мы не только сегодня как социально-ориентированное предприятие занимаемся вопросами благоустройства, но и приняли на себя добровольную социальную нагрузку и помогаем ближайшим социальным учреждениям, это школам, детским садам, так как они на сегодня являются не только образовательными центрами, да, но и взяли на себя нагрузку по сплочению общественности вокруг воспитания подрастающего поколения.